Мои красотули! С вами Лаки Бобо! Ребята, сегодня мы поиграем с училкой. У нее там два новых левела вышло. В один из них, новогодний, мы сыграли. Вот, кстати, наверху будет ссылочка, можешь потом посмотреть. А еще один оставили на потом. Вот я и решил сегодня в него и поиграть. Да, кстати, я нашел еще один левел, который я не играл. Думаю, он вам понравится. А перед тем, как мы начнем, можешь поддержать этот видосик лайкосиком и, конечно же, подписаться на канал. А для всех, кто любит искать пасхалки в моих видосиках, в этом видео я спрятал 4 пасхалки в виде пряника. Вот такого. Попробуй их найти. И напиши тайм-код в комментариях. И, возможно, именно твой коммент попадет в следующий видосик. А сейчас хватай вкусняшки! И мы начинаем! Итак, выбираем главу «Гламурный гала-концерт». И нас тут интересует первый левел под названием «Валять дурака». Прикольное название. Итак, посмотрим нашу цель. На этот раз сделай мисти, похожий на веселую куклу-клоуна. О, думаю, этот образ ей точно подойдет. Ой, и что же мне одеть? Я должна быть самой-самой-самой красивой. Но все не то. О, вот это подойдет. Только в него я влезу после праздников. А еще розовая шляпка и розовые губки отлично подойдут. Хоть я уже и выиграла этот конкурс, нужно все равно приодеться. Ха-ха. Чего? Это как она победила? Конкурс же даже еще не начался. Так, и мы сейчас в этом поможем. И первым делом пусть училочка прочихается. А что так на голову мне упало? Что упало, вдруг пропала училочка. Ха-ха. Будь здорова, может, всю дурь себя вычихаешь. Я тебя... Бум-бум, я не слышу тебя. Ха-ха. Так, пока она там общихает, нам нужно найти помаду. О, вот и она, на столе лежит. Забираем. Опа, а что это ты, училочка, смотришь-то, а? Это что-то новенькое. Туф-туф-туф-туф-туф-туф-туф. А это повеселее твоих передачек. Училка, так расскажи-ка нам, как это ты в конкурсе уже выиграла? Он же даже не начался. Я занята, не видишь? Я читаю. А что читаешь, интересное? Книжку. Ну, это я вижу. А о чем она? Обо мне, красотке. Ох, как вы себя любите, мадам. Окей, читай, а мы пока подготовим тебе прикид. Так, тут нам надо найти спонж. О, вот и он, забираем. И ща нам нужно отправиться в спальню. Ой, что-то я устала. Пока читала, нужно передохнуть. И собраться на конкурс. Ща только 5 минуточек вздремну. Ха-ха, вот эта училка дает храпака. Ой, все, я вздремнула и снова полна сил. Ух, ничего себе ты даешь, училка. За 5 сек поспала. А может даже и за 2? О, училка, я нашел тебе маску. Будешь самой красивой на конкурсе, как и хотела. Я одену ее на тебя. Только для этого сначала поймай меня. О, мы на месте, забираем пудру. Быстренько и валим. Ты не спрячешься от меня. Я найду тебя, но только чуть позже. Окей, я тут тоже, кстати, занят. И с тобой соглашусь. Все, мы на месте. Нам сейчас нужно быстренько поменять всю косметику на нашу. И первым делом меняем пудру. Следующий у нас идет спонж. И осталась у нас помада. Ну все готово. Все, училочка, иди собирайся. Уже время тикает. Тик-так, тик-так. Ой, да-да, сейчас только перекушу чутка. Или нет, а то вдруг в платье не влезу. Лучше останусь голодной я. Да-да, давай, иди сюда. А мы пойдем подальше, чтобы не мешать тебе собираться. Ти, давай-давай, моя красотка. Оу-е! Да-да-да. Она мне нравится. Очень щуплая. Да-да-да. Класс. Они никогда не победят. Я тут самая-самая. Сейчас только носик приподрю и покорю всех. Это почему на меня так странно смотрят? Не пойму. Я, наверное, ослепила всех своей красотой. Ти, ты в зеркало посмотри. А что не так-то? Прикольный левел я нашел в этой главе. Особенное лето. И в этой главе мы проходили все левелы, кроме одного. Вот этого под названием «Королева листьев». Ну что, погнали!
Итак, посмотрим-ка нашу цель. Мисти в предвкушении большого события. Не дайте ей пойти на эту гламурную вечеринку. О, сейчас будет весело. Гоу! Я стянула этот билетик и пойду на самую гламурную вечериночку. Оставлю его тут, чтобы не потерять. Ой, я буду такой горячей красоткой. Ух, вот только нужно сделать срочно маникюр, а то лак облез. Фрэнк, тащи мою косметичку сюда. Училка, а куда это ты собралась? Расскажи-ка. Эй, ты кому там махаешь вообще? Тебе, блин, это я стол так протираю. Все, чистый. Да уж, какой-то странный у тебя способ протирания стола. Как умею, так и делаю. Отвали. Ну вот и не поспоришь с тобой. Веский аргумент. Так, тут нам нужно найти первым делом веревку. Только я что-то не вижу ее. О, вот и она. Забираем. Иглу закрепим ее на дереве. Училка, я тоже пойду на вечеринку. Ага, размечтался. У тебя нет билетика. И правда нет, но он есть у тебя. А я свой не отдам никогда. Понял, значит придется забрать. Так, крепим одну часть веревки за косилку, а вторую за ветку вот этого дерева. Готово. А сейчас мы отправляемся в дом на поиски того самого билетика. Какого билетика? Моего? Да-да. А, ты не найдешь его, я его хорошенечко припрятала. Да, на кровати оставила, вот спрятала. О, а вот это заберем тебе в подарок нести. Ой, что-то я устала. От чего ты устала, училка? По дому погуляла и устала? Да уж, вот это ленота еще та. Как же ты на вечериночке гулять-то будешь-то, а? Так, в скульптурной комнате должен быть клей. Но тут его нет, и тут тоже нет. О, вот он, забираем. И сейчас нам нужно в спальню к училке попасть. И она находится по прямой. Гу туда. Ой-ой-ой-ой, моя любимая группа выступает. Чуть не опоздала. Фух, но зато на 2 минуточки дольше поспала. Опа, а я смотрю, училка стала в музыке разбираться. Это что-то новенькое. О, билетик, который училка так хорошо спрятала. Забираем. А сейчас нам нужно вниз. Эй, я думал, мы в воду допрыгнем, но не получилось. Так, сейчас нам нужно вернуться к дереву и намазать веревку на дереве клеем. Вот где-то тут нам надо это сделать. Сейчас только настроимся. Ха-ха. Ну все, готово. Далее берем билетик и клеим его на веревку. Вот, отлично смотрится. Училка, а ты уверена, что билетик хорошо спрятала? Ну да, я ж его в тумбочку спрятала. А, нет, я его на кровать оставила. Ой, не помню, куда я его положила. Так, нужно срочно проверить. Он где-то в спальне. О, да, это хорошая идея. А мы пока побежали в сарай за маслом. Оно нам понадобится, чтобы в басик добавить. И оно должно быть где-то тут. Да, кстати, можно было его чуть раньше забрать, но я забыл. О, вот и масло. Забираем. И сейчас возвращаемся назад к басику. Ой-ой, что-то я волнуюсь за билетик. Ведь я должна попасть на эту вечеринку обязательно. Нет-нет-нет, не должна. Так как ты стянула этот билетик у Фрэнка. Да-да, мы знаем. Конечно, потому что на такие мероприятия должна ходить только я. И это я так решила. И точка. А Фрэнк не против. Думаю, будет. Вот ты сначала спроси, а потом на вечеринку собирайся. Так, заливаем масло в басик, пока она нас не заметила. Готово. Мне никто не помешает пойти на эту вечеринку, только если стихия остановит меня. Ну тогда ты точно не пойдешь никуда. Ха-ха. Так, а вот что бы это мне одеть такого, чтобы все охнули? Оу, точно, я знаю, что это. Все просто обзавидуются, а я буду блистать. Все нужно срочно идти одеваться, собираться. 20 minutes later. Ну все, я готова, красоточка, не правда ли? А это платье меня стройнит. Ух, прям модель. А где это мой билетик? Он чего, пропал? Я знаю, кто мог сделать это. Да-да, я вижу мою прелесть. Иди ко мне. У нас получилось. Ребята, а как вам видосик? Напишите в комментах. А еще можете написать, когда елочку убирать. А сейчас время ваших комментариев. Спасибо, мои хорошие, за ваши комменты. И, конечно же, поддержку. Я это очень ценю. А на сегодня это все. Всем пока-пока. До следующего видосика.
Thank you.